суть моего иска связан с авторской картиной «Адам и Ева в раю», на которой изображены достойным образом, изображены прародители всего человечества в особом стиле. На этой картине я видимым образом отразил внутреннее состояние Адама, то есть царственное величие владыки Эдема и всей земли. И вот в связи с тем, что за этой картиной, еще повторяюсь несколько раз и до этого говорил, что стоит огромный пласт философско-богословского направления. И вот для того, чтобы это стало, так скажем, достоянием гласности не только России, но и во всем мире, в христианском мире, я обратился в апостольский трибунал с заявлением разобраться в тех вопросах, которые я призвал, так скажем, обсудить предметно, достойно, с полным уважением к этой теме, к вере христианской, к домоготическому богословию.